Всем привет! Сегодня мы с мамой будем стряпать чебуреки. Я хочу вам показать, как мы это будем делать. Вот пока здесь фарш лежит, лук я почистила, чесночок, молочко тут. Вот, и это нужно все перекрутить. Я буду снимать, а мама будет это все делать. Вот, а жарить буду уже только я одна. Еще она будет заводить тесто, я тоже это все покажу. Стряпаешь чебуречки? Да. Перескалку. Где она? Вот она. Я тут уже сделала 3 штучки чебуреков. Я тут работаю. Тёма за этим столом, да, сына? Угу. Все, Тёмочка раскатывает тесто. Молодец. Старается мальчишка. Да, сынуля? Угу. Так, пальчиком прижал. А теперь вилочкой проходись. И вилочку. Так, аккуратненько. Ну, смотри, какое расстояние тут сделал.
Давай покажу, как вот так берешь. Так, хоп. Да, все понятно. Теперь все понятно. Давай. Вот молодец, умничка. Стараешься, да? Да. Там малиночка идет. Тёма, вот тут вот видишь уже мяско. Ты с краешку надо вот здесь вот до сюда. Там пониже, пониже вилочку. Да, давай делай.